Нютка, прощай! Ты мне была как родная сестра! Жалко, что мы тебе пустим на шашлык для тролля! Кузнец, это на благое дело, понимаешь? Тебе нужно с помощью коровы заманить сюда тролля. По-другому мы не сможем его никак заманить, поэтому давай, шуруй быстро сейчас в город, ищи тролля и перетаскивай его сюда на арену. Давай быстро, вот, давай, давай. Короче, вы, нам нужно устроить засаду троллю. Все, кто здесь есть. Так, барон, иди сюда за мной. Ты спрячься вот здесь, когда тролль прибежит, я тебе свистну, выбегай и... Я не знаю, да, бей тролля вот этим кулаками по спине бей. Так, ты, слайм, спрячься за угол, у тебя палочка есть? А ну давай покажи заклинание, которое ты умеешь. Давай, быстро, 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 показал, давай! Вот, молодец, все. Ты спрячься вот сюда, только тихо здесь стой, чтобы тебя вот этот тролль не учуял. А вот ты, Вероника, и ты, Шурик, вы давайте за мной потопали. На второй этаж устроим западню троллю вот там. Все, давайте за мной. Готовьте свои лучшие заклинания. Сейчас прибежит кузнец с коровой, с троллем, присобачит вот тут корову вот туда, к этому забору. И я надеюсь, что он все же сможет найти тролля. Все готовы? Все по местам? Так, Шурик, ты иди вот туда налево, ты, Вероника, иди туда направо. И ждем кузнеца. Надеюсь, он там не потеряется в городе и тролль его не сожрет раньше времени. Мать святых коров! Спасите меня кто-то! Вероника! Эвакуация для кузнеца! Тяни его! Молодец! Так, слайм, ты готов? Барон, ты готов? Шурик, вот это яйца в руки, магические, палочку в руку, так, кузнец, ты топор в руку, Вероника, ты тоже палочку в руку. На счет раз, два, три окружаем тролля и фигачим его всеми своими самыми сильными заклинаниями. И не подведите меня со всех сил, у нас только одна попытка, или мы его кокаем, или он нас кокает, третьего варианта нет. За родину, за мать, за бабушку, за коров. Ну, если за коров, тогда, кузнец, давай, раз, два, и погнали! Держим его все вместе! Не отпускайте тут со всех сторон! Слайм, помогай, Вероника, помогай! Кузнец, барон, вы там пока подождите, сейчас мы его обездвижим и потом фигачим ему по башке вот всеми своими топорами! Кузнец, барон, давайте! Все, стоп, успокойтесь. Кузнец, подойди сюда ближе. Мы его кокнули или мы его не кокнули, я чуть не понимаю. Он жив, не жив, слушай, может мы его парализовали вот этим всем заклинанием? Так, кузнец, подойди ближе, посмотри на него, он там жив, не жив? Пападос! Ёперный тролль, мать моя женщина! Слушайте, этого гомункула зеленого, вот его вообще возможно как-то убить или нет? Мы вчетвером его магией валили, кузнец по башке топором бил, его вообще никак не кокнуть. Ну я тогда вообще в душе не знаю, что нам тогда делать. Ну давайте вы поиграйте с ним в догонялки, пока поотвлекайте его, я пока подумаю, что делать. Барон, ты чего за меня стоишь? Иди отвлекай его! Как вообще можно убить тролля? Я в душе не чаю. Я вот такого громадного чучела, вот это громадное, я впервые в жизни вижу. Есть какой-то план. У меня есть план, ребята. Бежим нафиг отсюда. Все с арены, быстро выбегать. Я вас ждать не буду. Я сейчас застрою все вот здесь к чертовой бабушке, чтобы тролль не мог пробраться. Давайте, выбегайте, быстро. Опа, помогайте. Если у кого-то есть заклинание, помогайте. Ёханый бабай, я бы оборону сейчас чуть в космос не запустил. Опа. Слушайте, у меня палочка почти сломалась. Так, замуровали там. Ну чё, блоки-то бетонные, ты точно проломить не сможешь, да? Пока мы его там задержали, у нас есть буквально несколько минут, чтобы подумать, как нам его кокнуть. Все выжили, все спаслись. Так, кузнец, Вероника, барон, слайм и я. Так, отлично. Есть у кого-то какой-то план, как можно кокнуть тролль? Мне кажется, или нас стало как-то немного меньше на одно тело, или нет? Шурик, пропись!
шарик, ёперный кокос! А, так, давайте за мной, вот сюда, на второй этаж. А как мы Шурика-то забыли? Шурик! Ёханый ты бабай, так, подожди, давайте сюда за мной, давайте обратно. Короче, да, тогда давайте делаем так. Я прям сейчас отправлюсь в город, я посмотрю, если кто-то нам сможет помочь, может, я за помощью отправлюсь. Так, Вероника, вот я слайма уже туда кинул. Барон, забегай внутрь, Вероника, забегай внутрь, кузнец, забегай внутрь, быстро, давайте, идите, спасайте Шурика, отвлекайте вот этого тролля. Я пока, да, уйдите нафиг, я пока вас замурую здесь опять, вот так, чтобы никто выбежать не смог. Ты там держись, кузнец, держи, кузнец, все будет хорошо, я сейчас вернусь, пару минут, барон, я сейчас вернусь, пару минут. Кто у нас самый сильный маг в городе, кого мне позвать? Ну, Вероника самый сильный маг, потом идет Кристина, но Кристины вообще уже несколько дней даже не было. Как убить тролля? Кто может знать ответ на вот этот вопрос? Может, книги? У нас в городе самая большая библиотека магических книг, и она находится в том магазине, где вот этот продавец палочками торгует. Может, я сейчас смогу найти какую-то книгу, как убить вот этого тролля. Так, книга, мне нужна книга. Здесь вообще ни черта не подписано, я даже не знаю, что делать. Что вы делаете? Жизнь спасаю своим друзьям! Так, продавец палочек, мне нужно, чтобы ты сегодня побыл продавцом книг. Мне нужна книга, как убить тролля. Если у тебя есть наглядное пособие, как это сделать, я у тебя куплю эту книгу прямо сейчас, а? Я вас разочарую. Тролль — это древнее существо, на которое не действует магия. В смысле не действует магия? Так поэтому мы его в шестером кохнуть не могли, мы его фигачили заклинаниями со всех сторон, ему вообще пофиг на них было. Магия не причиняет ему никакого вреда. Обосраться 24 магических раз. Это, слушайте, ну тогда должен быть какой-то другой способ, если магия ему не причиняет никакого вреда. Ну давайте тогда вы с нами пойдете. Тролль прямо сейчас находится на арене с моими друзьями. Вы самый сильный маг в этом городе. Если не вы поможете нам убить тролля, тогда вообще никто не сможет помочь. Ну, я не могу оставить свой магазин. Я книги продаю. У меня много покупателей. Сколько у вас много покупателей? Я один? И то я даже покупать у вас ничего не собираюсь. Вы мне поможете или нет? Говори погромче. Я плохо слышу. Ну, я вам это еще припомню. Вот нужна будет вам помощь. Вот я так же потом скажу. Плохо слышу. Ага. Так, найду кого-то другого. Спасибо огромное. Кристина. Ну я же говорил то, что я другого найду. Слушай, куда? Кристина! Кристина! Вот она побежала. Кристина, стой! Нам помощь твоя нужна! Твою вот эту сестру Веронику убивают! Кристина, стой на месте! Ёшкины картошки! Чё ты? Не делай вид, то, что ты меня... Опа! Не слышишь? Стой на месте! Не! Ладно, меня здесь не было. Только мне интересно, как они... Кристину пропустили, почему она мимо них пробежала. Меня здесь не было! Вы идите дальше, взрывайте город, меня же здесь не было. Я просто проверить, все ли у вас там хорошо, ничего ли вам не... Идите в сраку, а! Да что ж ты там будешь делать? Не могу найти никакую помощь, Кристина-то убегает! И эти еще гоблины за мной бегут! Так, ладно, лучше я отправлюсь обратно на арену, помогу своим вот этим браткам, пацантрам, сеструшкам своего вот это убить тролля. Вроде за мной не бегут. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Нам нужно кохнуть самое главное тролля, чтобы гоблины ушли из города. Так, у меня палочка почти сломалась. Мне нужна чья-то помощь. Вероника, иди сюда. Вероника, выбегай наружу. Вы остальные там отвлекайте тролля до сих пор, Вероника. Иди сюда, подойди сюда.
Я не знаю, честно, с чем это связано. Я не знаю, что произошло, но я только что видел Кристину. Она как-то связана с гоблинами. Я предполагаю то, что она им помогает. Она убежала куда-то в лес, гоблины ее даже не тронули. Она предательница, походу. Этого не может быть. Да в смысле этого не может быть? Я за ней гнался, я кричал там: «Кристина! Кристина! Кристина!» Она меня даже не слышала, она просто убегала. Я уверен на 100% то, что она как-то связана с гоблинами. Мне кажется, она на их стороне. Она им помогает, а не нам. Как она могла? Вот я думаю, как она могла. Так, подожди. В деревне до сих пор гоблины. Там осталась еще жена кузнеца и дети кузнеца. Поэтому давай я попрошу кузнеца. Кузнец! Иди сюда с нами! Нам нужно жену твою спасти! Давай, давай, за нами! Давай, быстро, быстро, быстро! Все остальные продолжайте отвлекать тролля! Надеюсь, то, что он вас не сожрет в ближайшее время. Так, Вероника, кузнец, давайте за мной. Гоблины взрывают все на своем пути. Они уже динамит закладывают в каждую точку. Поэтому твоей жене и детям недолго осталось. Давайте. Ты еще что за всадник апокалипсиса? Ты-то тут откуда взялся? А ну, щенки, уступите дорогу. Это брат твой кузнец, он на тебя очень сильно похож, у него тоже такой шрам на... Это... Ничего не понял. И лошадь у него какая-то слишком странная. Он что, ее плохо кормит? Кожа до кости. Да-да-да, даже кожи нет, только кости до кости. Так, идите сюда, идите сюда. Это рыцарь на белой корове! Кузнец, это лошадь называется, это не корова, идите сюда. Давайте, 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 все сюда, все сюда, все сюда! Так, давайте все за мной на второй этаж, не будем мешать этому мужику, фиг его знает, кто это такой. Но я вижу то, что у него огромный, офигеть, какой огромный молот. А вот ты так умеешь, кузнец, не? Я не знаю, кто он такой, но он, походу, пришел, чтобы нас спасти. Так, ну давайте, слушайте, ну мы как бы уважаем чужеземцев вот этих не с нашего города. Давайте мы ему просто мешать не будем. Мне кажется, он сам справится с этим троллем. У него какие-то заклинания нереальные. Ну ладно, да, ставлю 5 серебряных монет на этого мужика. Я уверен, что он закукарачит вот этого тролля. Кто со мной посоревноваться хочет? Топор! Лучшее оружие! Я не спорю, кузнец, я и не спорю. Давай, 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 давай! Я... Так, прыгайте вниз! Слушай, мужик, а это еще что выпало? Дай я посмотрю. Клыки тролля! И серебряные монеты с тролля выпали! Всего почти полстака серебряных монет выпало. Я не знаю, кто ты такой, но ты только что спас 6 невинных жоп. Или сколько нас здесь? 6! Мы его 2 дня убить не могли. Ты просто пришел и своим топором ему пару раз вот эту макушку почесал. Отдал мои трофеи. Да. Все твое. Так, вот это клыки, серебряные монеты. Забирай. Ты-то хотя бы... Ты скажи, как тебя зовут хотя бы... Так, давайте за ним. Ты скажи, как тебя зовут? Мы ж тебе даже спасибо еще толком не сказали, мужик. Пошли с нами к этому... Пошли к кузнецу домой, отметим. Давайте... Кто знает, кто это такой? Мужик! Я в жизни, наверное, так никогда ничего не понимал, как я сейчас ничего не понял. Кто-то видел его до этого хотя бы раз в жизни? Все живы, барон, Вероника, слайм, никто не пострадал, ну, кроме психики кузнеца, все нормально, все живы. Ну, слава яйцам, вот это драконьим магическим. А вот и она притопала. Кристина, да? Су, Вероника, я тебе говорил про нее. Она предательница, не верь ей. Ты думала то, что я не видел, как ты к гоблинам побежала. И ты думала, я не видел, как гоблины тебя даже не заметили. Мы знаем то, что ты с ними на одной стороне предательница. Ты чё, это, башкой чокнулся? Какая предательница? Ты с гоблинами заодно. Ну как бы все, мы тролля завалили. Ну, точнее, не мы завалили, но это не важно.
Если бы не я, вас бы в живых даже не было, а тролль бы доедал ваши косточки. Да ты-то тут при чем? Это мужик какой-то пришел на вот этого на кузнеца похож, у него тоже шрам такой был и огромный топор. Ты-то тут при чем? Это мужик его завалил, тролля этого. А как ты думаешь, кто его сюда позвал? Ты? Он мой давний знакомый, он и не таких еще чудищ в своей жизни убивал. Ну тогда пардон, мадмуазель, забираю свои слова обратно. Значит, никакая Кристина не предательница. Кристина-то хоть и не предательница, но тролля-то мы все кокнули вместе! Ха-ха! Кристина, если ты его знаешь, отдай его топор мне! Кузнец, что-что? Но этот мужик тебе свой топор точно не отдаст. Разве что максимум может этим топором тебе по башке стукнуть. Если, конечно, хочешь, чтобы он тебе стукнул, Кристина, можешь его попросить, да? Да может хоть и по башке стукнуть, мне все равно. Я в него влюбился. А-а-а, ну все. Тогда разводим кузнеца с его женой и женим на вот этом мужике с топором. Ну вот и все. Новая пара у нас в городе. Хе-хе-хе.